Приветствую вас, Валентина. Давайте постараемся ответить на ваш вопрос. Вы пишете, что мне очень плохо, сделать я ничего не могу. Ну, смотрите, если вы не можете ничего сделать, и при этом вам плохо, речь идет о том, что вы не принимаете реальность, вы не принимаете объективную действительность, вы не можете ее принять. Почему? Потому что внутри есть конфликт, внутриличностный конфликт, как его называют, который не позволяет принять, с одной стороны, реальность и невозможно что-либо сделать. И с другой стороны, генерирующие состояние негатива. Это противоречие нужно разрешить. Либо смена отношения, либо поиск выхода, либо через поиск выхода, который пусть и вам не нравится, но тем не менее он есть, вот, либо, значит, нахождение, через нахождение еще каких-либо причин, по другому состоянию, вот, и, соответственно, поиск выхода уже из, ну, из другого положения, которое находится, как бы, глобально того, в котором вы пребываете сейчас. Вот. Это первое. Второе. А как быть? Нужна цель, если вы не знаете, как быть, то у вас нет цели, то нет вектора, куда я хочу двигаться. А если нет вектора, если нет цели, то можно говорить о потере ценности или о том, что вы просто, ну, в соответствии с ними не действуете, либо никогда не действовали вообще. И в таком случае, конечно, можно говорить о том, чтобы поработать над ценностным аппаратом, над ценностной системой. Ибо будет ценностная система, будет вектор поведения. Будет вектор поведения, будет и цель соответствующая. Вот. Дальше. Немного стоит сказать о состояние мне плохо, да, с точки зрения психологии. И, наверное, для начала мы разделим вот это вот состояние мне плохо на две такие составляющие. Мне плохо физически, мне плохо психологически. Ну, плохо физически — это понятно из-за чего, может быть. Вот, наверное, мы эту тему рассматривать не будем. А психологически плохо, в свою очередь, можно разбить на несколько тоже частей. Например, на травматичность, когда человек находится в власти определенной психологической травмы. Стресс, стрессовое состояние, когда человек находится в напряжении, ввиду некой неприятной для него ситуации, ну, либо неприятной, либо незнакомой, это стрессовое состояние. А, либо это состояние шока, то есть потеря. А, потеря какого-либо ориентира, да, и, соответственно, пребывание в некой такой прострация, вот. А либо это состояние фрустрации, вот. А значит, когда человек не способен достичь того, чего он хочет, вот. Либо это боль, когда просто больно от некой ситуации, которая произошла. Это просто боль. Про боль можно сказать дополнительно, что
речь идет о изменении. Об изменении определенных представлений о себе у человека. И, соответственно, как результат, поэтому проблема восприятия себя и окружающих. Вот. Соответственно, нужно определить, что именно с вами. Это такие очень большие сферы, когда, может быть, человеку плохо, есть еще другие сферы, например, там, такие более локальные. Например, потеря близкого, например, разрыв отношений, например, страхи определенные, но, по большому счету, все они могут быть вот отнесены к той или иной категории. Значит, нужно определить, от чего именно вам плохо, вот, и, соответственно, уже в зависимости от природы, нужно будет подбирать соответствующую психотерапию. Вот. Дальше. Вы говорите, нет родных и друзей, с кем можно поговорить. А вот это уже интересно. То есть, если вы до этого не предоставили о себе никакой информации, то вы просто говорите, что мне плохо, сделать ничего не могу, да, как быть. Здесь позиция просто жертвы, здесь просто жертвенная позиция, вы можете изучить эту позицию, прочитав треугольник Карпмана, ну, про треугольник Карпмана. Вам станет понятно, что глобально здесь идет речь об ответственности, точнее, о ее непринятии. Вот. То вы говорите, что нет ни родных, ни друзей, с кем можно поговорить. И если с родными все более-менее понятно, что они просто могли, ну, могли уйти из жизни, могли не доходить с вами общаться по ряду независящих от вас причин, вот, то тот факт, что у вас нет друзей, позволяет говорить о проблемах в общении. Вы не можете, не умеете дружить, вы не можете дружить, у вас нет людей, которые могли бы вас поддержать. И вот здесь парадокс заключается в том, что с одной стороны поддержка это то, в чем нуждается человек, находящийся в определенном кризисе. То есть, к примеру, мне плохо, к примеру, я сам не справляюсь, мне нужна поддержка, с одной стороны. Но с другой стороны, хочется, как правило, хочется поддерживать того человека, который сильный, у которого есть четкая позиция, который идет по определенному вектору. К этому можно по-разному относиться, но вот поддерживать хочется именно такого человека. И, соответственно, друзья во взрослой жизни формируются вокруг этого, то есть вокруг вот этой позиции, с
что если у меня есть позиция, я ее следую. У меня есть определенный вектор. Я по нему иду, то, соответственно, у людей это вызывает определенные отношения. Позитивное, негативное, не столь важно. Не столь важно. Важно, что оно есть. И это отношение позволяло людям поддерживать того, к кому они относятся. Ну, так или иначе. Вот. Если у вас нет друзей, то есть с этим проблема. Соответственно, это тоже элемент, на который нужно обратить с точки зрения психотерапии. Для того, чтобы вам помочь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация будет разрешена.